Добрый день! Сегодня 31 мая. Наш конкурс закончился еще позавчера. И я сегодня прочла еще разочек все ваши эссе о том, как вы понимаете, что такое баловать себя и баловать своих близких. К сожалению, в этот раз участников было очень немного. В прошлый раз вы меня порадовали. Там было столько много поэтических строк и всего-всего-всего. И я была готова в этот раз получить вот такое огромное количество. Не знаю почему. Может быть, на самом деле вы согласны с автором одного из писем, которое перед этим конкурсом буквально написал мне: Галь, мне кажется, что баловать — это нехорошее слово. С детства же воспитывали, что избалованное — это плохо. Видимо, это все-таки сидит еще в российских дамах и в российских мужчинах, потому что вот очень небольшое количество ваших эссе я получила в этот раз. И я решила провести его так, как я планировала. В прошлый раз я вот в эту коробочку положила бумажки с именами тех, кто меня более впечатлил. И сейчас мы сделаем следующим образом. Мы достанем отсюда три бумажки, а потом из трех выберем еще одного. Итак, на первой бумажке у нас Ирина Демченко. Ириночка, у вас есть шанс быть победителем. Вторую достаем. Кстати, мужчин вообще не было. Одни девочки понимают, что такое. Это Таня Кобб. Одним словом мы пишемся. Сюда же. И еще одну. Еще одну. И смотрим, длинное какое-то имя. Андрей Владимирович, эту даму я знаю. Так, чтобы не было никакой подтасовки, эти мы вытряхиваем. Эти три складываем назад. С любовью к вам. Перетряхиваем все. Мне все равно не видно, что я там беру. Достаю одну из трех победителей. И победить... Оба-на! Андрей Владимирович! Ребята, я нисколько вас не обманула. Я знаю эту девочку, ее зовут Ларисочка. Мы с ней давно и хорошо дружим здесь на Ютубе. Но, честное слово, это никакая не подтасовка. Я делала все перед вашими глазами. А Лорочкина письмо я сейчас вам прочту. Вот оно, письмо нашей победительницы. Итак, баловать себя... Можно побаловать себя очень-очень, купить или получить в подарок желанное чудо чудесное. Не мелочь, а очень большое и красивое. Но нет ничего важнее мелочей. Из них состоит наша жизнь. Солнечный луч на подушке, стук капель дождя по карнизу, долгожданные шаги уставшего мужа со службы или радостный топот бегущего сына из школы, родной и такой дорогой голос мамы по телефону. Я благодарю свою фортуну за такие возможности слышать и видеть все это, потому что это и есть наша жизнь. А для себя, любимая, купила открытку с шикарной картинкой и пожеланиями на день рождения со словами: «Романтического настроения в день рождения. Как загадала, так и исполнится. А еще балую себя по утрам зеленым чаем с жасмином. Заварю чай, налью в любимую чашку. Вдыхаю аромат жасмина с закрытыми глазами. Делаю глоток, и нежные лепестки цветка касаются моих губ. Ах, ах! И снова кружит вальс цветов, и аромат дарит то настроение, от которого кружится голова. И хочется снова и снова произнести слова: благодарю тебя, судьба, за те подарки и сюрпризы, за жизнь мою, моих родных и близких. Надеюсь, донесла свою мысль. Маленькое удовольствие, баловство для себя и такой солнечный отклик в душе, который заливает солнечным светом все, что меня окружает, и дарит свое тепло всем, кто рядом со мной. Твоя Лариса решила поделиться своими успехами». Спасибо, Лорочка, за то, что поделилась. Я поздравляю тебя с победой.
Надеюсь, что в этот раз никто не сможет меня обвинить, что победа досталась человеку, мне знакомому и близкому. Честное слово, у меня очень много для вас приготовлено подарков, и я готова их раздавать. Но я хотела бы обратить ваше внимание еще вот на одного конкурсанта. К сожалению, она не победила в этот раз, но я очень желаю Елене победы в следующий раз. Я зачитываю вам первую и последнюю только строчку. Баловать меня от слова бал, праздник, особая радость. А в отрицательном значении это слово у меня звучит как избаловать, и слышится вон из бала, радости там уже нет. Я прочитала вам только первую и последнюю строчечку, но это все письмо, все это эссе, оно стоит вашего внимания, вы просто можете на паузу нажать и дочитать его все целиком. А я прошу победительницу со мной связаться через скайп, и мы обговорим, какой подарочек я вам буду посылать. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Мы выяснили, кто у нас победитель. Всего доброго. Пока-пока.